Инка, а с тех сейчас Аскар будет делать еще одно разгрузочное упражнение по методу ключ Хасая Лиева. Да? Ты помнишь, да, как ручку нужно положить? И пошли. Громче. Еще. Молодец. Достаточно. Теперь другой. Нам нужно все синхронизировать. Звук, движение и нажим. Молодец. Достаточно. А теперь просто расслабься и ручки попробуй поднять. Вот. Закрой глазки и разводи ручки. Разводи. Вот, молодец, да. Ага, вот так, хорошо. И вот так поделай сейчас, да, хорошо. Замечательно. Вот так. Вот, хорошо. И достаточно. Всем спасибо. Вот мы нашли альтернативу, как вернуть ему воспоминания. То есть он сказал, что мне нужен букварь. Да, букварь. И у нас в отделении нашелся самый настоящий букварь. Сегодня принесли. Такое совпадение событий. Да. И сейчас Оскар нам все продемонстрирует, что он помнит. И теперь можно поближе подойти. Угу. Давай, Оскар. А. Б. Б. Г. Нет. В. В. Новость. Это кто нарисован? Я знаю просто. Гусь. 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 Г. 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 Дальше. Это что? Я понял. Что на нем делает? Играет, да? Играет вот. Домбра. Домбра, да. А какая буква? Д. Д, да. Д. Вот смотри. Домбра. Домбра. Послушай меня. Домбра. Д. Домбра. Д. Дальше. Это что? Вот. Получается замешательство. Он знает, образ у него есть. Он и букву знает. Но почему-то не может воспроизвести. А когда я говорю, он говорит «да». Давай. Раз, два. И говори. Раз, два. 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 Ну ладно, пусть так будет. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Носит одуванчик. Носит одуванчик. Желтый сарафанчик. Носит сарафанчик. 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 Сарафанчик такое платьишко. Я знаю. Знаешь, да? Просто я. Белое. Белое. Воздушное. Воздушное. Ветелку. Ветелку. Послушная. Послушная. Подрастет. Подрастет. Нарядится. Нарядится. В беленькое. Беленькое. Да. Платится. 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 Молодец. Такое замечательное. Давай. Вот так, представляешь? Вот, уже намного лучше. Все, не трать силу, хватит пока. Теперь пультик. Давай, теперь пультик. Вот. Ты чувствуешь, что сейчас лучше получилось, да, да, чем в обед? Да, да. Вот, нужно немножко, значит, тренировать сначала. Так, теперь пульт нужно взять рукой и поднять его. Угу. Ты можешь где потоньше вот это, потоньше пока. Да. Ну, ладно. Угу. И теперь смотри, закрой глаза, сожми пульт мысленно, сильно. Да. И
Вот и замечательно. Как прекрасно. Молодец, давай. Опять. Итак, сегодня у нас сеанс, мы поем. Можно было видеть, когда пациент не трясет руку, он не может петь. И как только он начинает разгружать мозг свой разгрузочными движениями, покачиваем руки, сразу песня начинается. Плакать можно, можно. Громче. Так, замечательно. То есть это вот пошел прогресс уже, да. Получается, Оскар, он уже более сконцентрированный, он координирует лучше своими ногами и руками, и ногу, ту больную, которая была, она уже опускается и поднимается по его желанию, а не просто по рефлексу, поднялась, упала. То есть он уже начал контролировать. Вот здесь? Да, да. Ну-ка покажи, покажи, вот здесь, что сейчас. Да. Вот так, смотри, да. Я же это... Вот, вот, смотри. И вот, вот нижнюю конечность мы, вот, да. Вот, да. Это, да? Вот, да. Это уже вот так. Вот, видишь? Видишь? Да, то есть она уже, да, очень вот легко идет вправо и влево, да. А раньше как было? Нет, ты что, вообще стояла, нет. Да, просто, да? Стояла. Еще сейчас. Ты сам сейчас можешь вверх, да, немножко, да, вот поднимать. Так, вот так, да, я же это. Вот. И что, Оскар, ты доволен? Ой, блин. Ну-ка скажи, ты доволен? Доволен, конечно. Ты счастлив, я даже смотрю, да? Да, да. Вот. Я это, когда вот этот, когда вот этот, все, потом туда, пока я это, потом. Оскар сейчас, да. Он завтра уже выписывается, да, из больницы с большими улучшениями. Да, да, он съездит домой, потом вернется. И... Так, вот Оскар у нас строит домик из спичек. Он привык уже брать той рукой, которая у него работает. Это левая. А нам нужно правую, да, завести. Я уже вот. Да, правую. И вот у него прям азарт сейчас. Он прям хочет это сделать. Ага, да. Не положи сейчас. Ага. Вот какая задача у Оскара. И когда он решит ее, он сядет на свою машинку, камрюшку новую, и уедет отсюда. И будет нас катать по городу. Вот. Вот. Вот так вот. Рука у него, да. Пока он вот так подкатывает. Да. И сейчас очень важно пациенту просто решить эту задачу. Если он сможет ее решить, то вот это творчество, изобретательность, они очень большое развитие для головного мозга приносят. И те клеточки, которые, возможно, погибли во время инсульта, они восстановятся постепенно, и рука начнет действовать. И мы, конечно, Оскара увидим. В скором времени толстенького, довольного, счастливого на новой машине. Да. Все слышали, что он будет нас катать по городу.
смотри на меня. И вот раньше твоя рука просто как плеть висела, да, 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 и она, да, вообще никак не действовала. Да, да, и да, вот что Оскар за 6 дней добился. Покажи, Оскар. Вот, да, она уже слушается его. Я же говорил, вот. Да, и сгинается. И пальчик уже, смотри, как отдельно стоит. Вот, видишь? Вот. Да, утром это еще было несбыточной мечтой. Да. А к обеду у Оскара уже такие позитивные изменения. Вот смотри, вот. Да. Я же говорю, вот. Да. Я вот так, да, сказал, вот. Вот, вот так. И вот, да, вот. Да, да, да. То теперь есть утром мы... это еще мы просто такое упражнение с ним придумали для того, чтобы кисть точно начала собираться в кулак и разжиматься, да, и силу, чтобы он набирал. Потому что сегодня утром Оскар уже сам наливал чай вот этой рукой, которая вообще как плеть 6 дней точно назад висела. А сегодня он сам уже наливал. И теперь ему задание уже этой кистью начать брать пульт. Пульт начать брать в ручку и носить воду в стакане. Черт. Да. Ну, вот сейчас он попробует. Ага. Вот так. Не торопись. Обхвати хорошо пультик, да. Вот так, получше. Угу. Теперь сожми кулачок мысленно и начинай подъем пульта. Вот, как... И для этого мы пришли к волшебнице Ольге. Она может заговорить всех, любого. Я видела эти чудеса, и поэтому мы выбрали только ее. И мы вам далее покажем, что было в начале сеанса и что будет в конце сеанса. Пока! Угу. Вот так проходит массаж. Да, вот достаточно. Так, да. Что, Оскарик, какие у тебя впечатления? Да, нормально, блин, первый раз вот это. Нормально, да? Конечно. Я уже сразу. Видишь, как? Да, да. Есть ощущения? Конечно, сейчас уже вот так. Чувствуется, да? Да, да, уже. Дни недели. Дни недели. Понедельник. Понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Молодец. Дни недели еще раз. Громче. Понедельник, среда. Вторник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Теперь счет от 0 до 10. Ноль. Один. Три. Два. Привет всем! Итак, у нас сегодня вторая часть нашей волшебной работы по возвращению речи человеку, у которого был инсульт и у которого отсутствовали все реакции в теле. Моторика практически умерла. Итак, это Оскар. Мы вернули ему все рефлексы, то есть сейчас он уже руками, ногами действует хорошо. У него нет проблем, и мы сейчас будем работать над возвращением речи и памяти. И для этого...